при нынешней ситуации судовладельцы когда-то вообще от моряков наших отказываются. Шестое место занимает страна по поставке моряков Украина на мировой рынок. А вот этот вариант коррупции, когда можно все купить. Ну, можете себе представить, если министр возглавляет эту структуру, а ему на стол приносят паспорт моряка с фотографией министра, с его всеми данными, вот вы моряк, господин министр. Это как показатель, как же работает система. Формально можно купить любой документ, потому что так устроено, устроили. Убрали профессионалов, назначили туда МВД, МВС, теперь СБУ, все остальные, которые возглавили эти структуры. А это сложилось, что моряку практически, не, если он просто профессионал, невозможно получить легальным образом документы. Ну, Я скажу, что у меня много друзей, у которых дети уже капитаны, да? Вот приходят, и мне звонят, там, вам Слава, помоги, там, кто-то вот пришел, там, у него трудности с получением паспорта моряка. Я говорю, я не могу. Они подходят к этому месту, где выдают документы, встречаются с человеком по телефону, и через 6 часов этот паспорт моряка уже у них на руках.